660 тысяч рублей незаконно получил исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области». Преступление произошло 16 ноября 2020 года. Сотрудник получил деньги от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью в качестве коммерческого подкупа. В интересах этих предприятий он должен был совершить действия, которые входят в его служебные полномочия. При передаче незаконного вознаграждения обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Магаданской области. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Расследование по этому делу на данный момент завершено, отмечают сотрудники полиции. Его передали в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее специалисты направят дело в суд для рассмотрения по существу.